Петунин. Пора бросать. Бросок и шайба в воротах. 1-1 счет становится. Сейчас выведут, конечно. Нет, Акоста выдвинулся под Непольский. И попытка добить эту шайбу была очень опасной со стороны Дениса Алексеева. Но Подгипольский, по-моему, дотянулся и ближний угол закрыл. Сейчас летает в сетку ворот Александр Петунин. Бросок с дальней дистанции. Хакимов отбивает шайбу перед собой, играет клюшкой и вновь жарко у его ворот. Сам подбирает шайбу, выходит к воротам и забивает.